Здравствуйте, друзья. Вопрос. Михаил, а как в Америке, в частности в Силиконовой долине, обстоят дела с мужскими развлечениями после работы? Вот существенно, после работы. Собираются ли кто-то в волейбол поиграть? Или в футбольчик по вечерам или по выходным? Чем активные мужики вечерами занимаются? Вот. По фильмам понятно, что везде есть баскетбольные площадки и бассейны. А как со всем остальным? Что доступно? Народ собирается погонять мячик или в хоккей поиграть? Или все только индивидуально возле бассейна, джима или тенниса вдвоем, а командно? Только баскетбол с афроамериканцами? Вот как ставит вопрос человек. Давайте разбираться. Надо сказать, друзья, что фраза о баскетболе с афроамериканцами меня заставила задуматься, потому что вот тут, где мы с вами едем и где вот мы все живем, тут на местности, трудно найти столько афроамериканцев, чтобы с ними в баскетбол вот так, значит, даже я, честно, сконфужен, можно сказать. Но, в принципе, конечно, есть очень много площадок спортивных. Если мы про спорт конкретно, то, говорят, мужские развлечения. Я думал, там его такие мужские интересуют. А так, спорт, если... Значит, если спорт, то очень много площадок, спортзалов, всяких джимов. Есть индивидуальные занятия, есть групповые. Тут надо сказать, что очень много есть всяких восточных и единоборств, и всевозможных, ну, как сказать, других занятий. Тут и йога, и там всевозможные какие-то такие спиритические вещи присутствуют, энергетические. Очень много вот этого energy work, самых разных направлений даже тут. Страшное дело, сколько их есть. И из Китая, и из Индии, из Тибета, там откуда хочешь. Вот, люди бегают по улицам, люди бегают вдоль, тут недалеко есть, вот буквально пару миль отсюда, вдоль берега залива. Это такой типа заказник, знаете, там тихо так, и в общем ветерок продувает, воздух изумительный, так местами серый припахивает там, от того, что там вокруг. В общем, вот бегают. Очень много велосипедных дорожек. Вот справа, по правую от нас руку, там начинаются горы через буквально пару миль. И там невероятное количество троп. Вот. И там тропы, и по этим тропам и на велосипеде, и пешочком. Но я не думаю, что по тропам вы пойдете именно вечером после работы. Вот, скорее всего, это будет там, может быть, воскресенье или суббота. И аналогично с футболом, например, я знаю, что здесь рядышком в парке, Рэнгстер в парке, вот наши с вами соотечественники, которые любят поиграть в футбол, собираются в воскресенье, я боюсь соврать, часа в 4 они там начинают, по-моему, вот где-то с 4 до 6 там, или до 7, они все говорят, приходите снимать, будете там очень много наших выпускников, но вот надо добраться, мы обычно на воскресенье там к океану, на выходные к океану. Поэтому как-то я до них все еще не добрался. Что еще сказать? Я не думаю, что если у человека есть желание заниматься какими-то видами физической активности, то есть проблемы там вечером. Есть круглосуточно работающие джимы. Вот, например, там, скажем, есть целая сеть. Такой называется 24 Hours Nautilus. Значит, и вот этот Nautilus... Он круглосуточный. Я не скажу, что, может быть, все его офисы, locations, что они все такие, но есть достаточно много таких, что круглосуточные. Вы можете прийти там в час ночи, в 2, в 3, и там будет бассейн, там будет довольно много всевозможных тренажеров, и парилочка будет, ну, что там еще, там и с железяками, там, да, со штангой. Можно поработать и на лодочке погрести, и на велосипедах, и на дорожках. Но вот это громадное совершенно заведение. И там, в принципе, есть, ну, все, что вам в голову придет, там все есть. Это уж если так, просто прокачаться.
Вот. И оно такое демократичное относительно по цене. Есть клубы более изощренные, более дорогие. Например, есть такой Club One. Вы можете, не единичка, а так словами они пишут Club One. Вы можете там погуглить на это дело и посмотреть. Там подороже стоит, там такая публика, может быть, более отобранная. Там тренажерчики позаковыристее, подороже. И там, ну, и тренеры, может быть, такие более опытные, потому что в этом Наутилусе там буквально могут быть пацаны там 18-19-летние, и они там, у тебя уже целые тренеры, из тебя там берут как-то за час того, что они тебя индивидуально тренируют. Вот, там, может быть, такие мужики уже посолиднее, я знаю просто ребят, которые там работают, несколько человек, они с большим стажем. Вот, поэтому есть такие. А так, если так расширить до мужских, вот пивбары есть такие, где ты приходишь, там тебе и рыбка, и раки, и куриные там какие-нибудь ножки, крылышки, перченые и неперченые, пиво в разлив, и тут же его делают. Вот, так что, вот, например, можно так, вот, как бы некоторая противоположность физической нагрузки, но социально, вот можете там с людьми потрепаться. Я даже снимал пару раз в таких заведениях, как, довольно давно, когда у нас какие-то тут мероприятия были тусовочные, и там нужно было собраться где-то там 15-20 человек, и вот мы шли в такой пивбар, там и, значит, под пивко разговаривали, общались. Вот, я не знаю, где бы люди играли в футбол по вечерам. У меня есть дочь, у дочери есть муж. Вот муж дочери, он, например, я знаю, по воскресеньям, по-моему, вот, куда-то ходит там играть в футбол. То есть у него какая-то там своя тусовка. Вот он там ходит играть в футбол. Иногда играют, знаете, тут командами, там, Microsoft на Oracle, там, знаете, как бывает. Вот это, то есть официально у них там команда есть, и они там играют, компания на компанию, они там тренировки совместные проводят. Такое тоже есть. Ну вот, наверное, так. А вообще, в целом, конечно, вечером, ну, даже, я не знаю, если вы... Ну, хотите где-то посидеть, там, может быть, там очень много ресторанчиков, очень много таких мест, где можно просто посидеть. Не обязательно там наесться хорошо. Это может быть какая-нибудь кофейня, это может быть просто ресторанчик. Их невероятное количество, такие более приватные и более такие открытые, массовые, большие. Вот мы сейчас едем, вот справа у меня вот тут вот ресторанчик французский, совершенно очаровательный. Он, кстати, не такой маленький, но он небольшой, конечно. Там, может быть, пару залов. Но он очень хороший французский ресторанчик. Там можно и посидеть, и покушать. Пусть там небольшущую тарелку слопать, а вот небольшую, но вкусную. Я там тоже как-то снимал. Мы обычно, когда какие-то партии школьные проводим для преподавателей, там, ну, что-то отмечаем. Вот мы, например, в качестве такого дежурного решения можем вот сюда прийти и здесь перекусить. Если вы поищете там что-нибудь на французский ресторан у нас на канале, вы увидите. Вот мы сюда любим ходить. Ну, что еще сказать? Мужские развлечения. Так уж, чтоб совсем уже мужские, я не в курсе, поскольку я последние 40 лет как бы капитально оприходован Светланой. То даже я не знаю, вот у нас, есть ли у нас тут на местности какой-нибудь стрип-клаб, даже не знаю. В Сан-Франциско есть, безусловно. Там как-то я даже ходил с ребятами много лет назад. А тут, а может быть и есть, я не знаю, поищите на стрип-клаб. Есть же Google. Я как человек, который не ходит, не могу сказать. Вот. Ну, наверное, есть, раз мужики есть. Так почему же не быть там мужским развлечением? Вот так. Все, наверное, я думаю, что тему я так как-то исчерпал. И могу сказать, что вечером, конечно, так резюмируя,
что вечером либо это будет куда-то пойти посидеть в кафешке там, в ресторанчике, либо это будет, если спортивное, то какой-то джим. То их много, их сколько хочешь. То есть никакой проблемы у вас с этим не будет. Там есть групповые занятия. Я не уверен насчет, например, там баскетбола, волейбола, хотя тоже есть. То есть я вижу, например, площадки, там ребята играют и денно, и ношно. Это есть такое. То есть там, где вы будете жить или работать рядышком, вы увидите эту площадочку, и там уже команды, они сложились, и там можно формировать новые команды, можно вливаться в те, что там есть. Я этого много вижу. Бывает, что приходишь к 1 часам вечера, и там ребята играют. Так тоже бывает. То есть это не проблема. То есть и групповые, и индивидуальные. Есть, есть. Не вопрос. Счастливо!